Всем привет, друзья! Вашему вниманию представляю 45-й замок, 310-е королевство. Небольшой обзорчик сделаю. Силы здесь 3 миллиарда. 4,5 миллиона золота. Он посланник в своем королевстве. У них две звезды. Есть еще одна 45-я цита, 44-я имеется. Королевство не густо населенное. Активность всего 2423. Это даже преимущество. Можно больше сильных королевств сюда добавить с высокой активностью. По 3, по 4 тысячи, а то и больше. Восьмой звездный уровень. НС-3 по 4 звезды. Стратегии 40, 18, 40. Если кто-то не знает или потом в дальнейшем столкнется, на Т-13 идут по 2 книжки стратегии. Фактически у него здесь 120 стратегий. Но на Т-13 потрачены по 2. Поэтому 40, 18, 40. А так здесь 40, 40, 40 было. Первые 3, 4,5. Защита здоровья пехоты 12, 100, 12, 100, 89. Атака стрел 11, 200. Урон 138. Видать, не на маге сидит. Т-13 и все. Так. Сейчас посмотрим, пробить смогу или нет. Mm-hmm. 272, 282. В принципе, шанс высокий есть пробить его. Походы 529, 515. Т-12 добавлены. 90, 196, 194. Странно, хуже стало. Все, выбили. Так, что мы здесь имеем? А имеем мы здесь два вида новых статуй Оракула. На следующий уже есть 24 частицы. Я уверен, что скоро здесь будут все виды. Львы все. Эпическая, редкая, редкая, редкая. Редкая, редкая, редкая. Две эпических, остальные редкие. На атаку эпические стоят. Да хрена просят на усиление. Такой вот дракончик восьмой. Четко выглядит. Оружие героев все воронье, естественно.
редкие, 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 эпические, 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 редкие, эпические. Четыре редких, четыре эпических. Артефакты, естественно, все легендарные. Давным-давно. Неземной комплект плюс 4. Боюсь даже посмотреть на плюс 5, сколько там. А, одна плюс 3 вещь. На плюс 5 просит 12 тысяч метеоритов, адамантитов и 3 миллиона 273 тысячи метеоритов. И пануться. 5 миллиардов стали. Здесь 5800 адамантитов на плюс 4. 1,5 миллиона метеоритов, 2,3 миллиарда стали. Лучше бы не смотрел. Одно расстройство. Все камни зеленые. На атаку стоят редкие. На защиту здоровья идут безупречные. Шестигранники редкие. Шестизвездный Ванселот, Гарвуа. Брут на 4 звезды. Дендрана на 4 звезды. Катя на 4 звезды. Медок 4-звездочный. Все статы по 533. Красиво, одинаково. Есть комплект изобилия. Плюс 5. Волк боевой. Шикарно. Комплект изобилия, если кто-то до сих пор не знает, дает скорость обучения войск плюс 30%, если 6 частей комплекта изобилия имеются. Его можно добыть только на аукционе. Покупать за золото. Это бешено стоит. Вот слиток удачи 10 тысяч. Так, ладно, здесь нереальные цифры. Вот так будет правильнее. Вот слиток изобилия. 5 частиц. 30 тысяч золота стоит. На целиком вещь нужно 100 частиц. На 20, значит, умножаем. 600 тысяч за одну шмотку. 6 шмоток. 3600. 3 миллиона 600 золота. Он приглашает в соглашение свое активные русские альянсы с королевств, если вы там являетесь посланником или имеете влияние на вашего посланника. Можете подавать заявку, сначала договоритесь, пообщайтесь. Нужны именно активные альянсы, потому что здесь есть сильный замок, есть сильная статистика. Можно эту статистику, естественно, еще больше сделать, но мало активности именно русскоговорящих игроков. Поэтому смело пишите, подавайте заявки, общайтесь. До конца соглашения еще много времени, есть время. По войскам не сказал. 15 миллионов войск. 7 миллионов пехоты. Т-13 пока мало. 1 миллион пехоты, Т-13, 617 коней, 741 стрелков. Вот теперь все. Ну, виды, естественно, все донатные имеются. Не все, но много. А может быть и все.
На этом у меня все. Прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что у него получится объединить у себя нормальные королевства, сильные. Хороший он игрок, мирный. Ну, если надо, конечно, может дать по шее. Если кто-то бурагозить начнет не по делу. Так что давайте пишем.